Слава Богу! Аллилуйя! Амен! Аллилуйя! Слава Тебе, драгоценный Бог! Слава Тебе, Дух Святой! Слава Тебе за Твое чудесное движение на этом месте! Слава Тебе, что Ты дышишь, Дух Святой! Слава Тебе, что Ты живой, Дух Святой, и оживляешь нас. Слава Тебе, драгоценный Иисус. Аллилуйя. Твердого духа Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Аминь. Аллилуйя. Давайте сегодня будем прославить имя нашего Господа Иисуса Христа. Давайте сегодня будем открыть наши сердца перед Богом, перед небесам. Сегодня будем поклоняться в Духе истине, потому что Он сам, Господь живой, ищет Тебя сегодня, чтобы Ты сегодня принес живую, благословленную жертву перед Богом. Давайте сегодня будем Духом сегодня поклоняться, душою стремиться к Богу, радоваться в духе, в душе и в теле перед нашим Господом Иисусом Христом, потому что Он живой Бог, потому что Он тебя видит через крови Иисуса Христа. Давайте сегодня будем, поднимаем наши руки сейчас к небу и будем молиться Богу. Отец, мы прославляем имя Твое великое, Отче. Спасибо Тебе за Твоего драгоценного Сына Иисуса Христа. Спасибо Тебе, драгоценный Бог, за Твоего Духа Святого. Спасибо Тебе, Господь, что Ты благословляешь нас каждым днем. Спасибо Тебе, драгоценный Бог, что милость Твоя велика на этом месте, Господь. Благослови сегодня, Господь. Пусть Твой Дух двигается на этом месте, Господь, как Ты хочешь, Отец. Благослови сегодня. Работай сегодня каждым сердцем, работай сегодня каждым духом, Отец, во имя Иисуса Христа. Помилуй и благослови сегодня, обнови и восстанови сегодня, Господь. Поднимай сегодня, Господи, отвечай сегодня, Господи. Мы просим Тебя, драгоценный Бог, благословляй имя Твое великое, Отче, и говорим Тебе, Господь, приди и гряди, драгоценный Иисус, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала Тебе! Хвала Тебе в собрании святых, наш Господь! Аллилуйя! Хвала Господу Иисусу! Хвала Господу Иисусу! Хвала Господу Иисусу! Хвала Господу Иисусу! Хвала Господу Иисусу, хвала Ему. Хвала Господу Иисусу, вся слава Тебе. Хвала Господу Иисусу, хвала Тебе, Иисус. Хвала Господу Иисусу, хвала Тебе. Хвала Господу, Он царствует. Царствует Он во вселенной, вся власть принадлежит Ему. Он всемогущий Царь и Бог, и только в Нем жизнь вечная. Царствует Он во вселенной, вся власть принадлежит Ему. Он всемогущий Царь и Бог, и только в Нем жизнь вечная. Хвала Тебе, наш Господь! Хвала Господу Иисусу, хвала Господу Иисусу, хвала Господу Иисусу, хвала, хвала Господу, Он царствует. Царствует Он во вселенной, вся власть принадлежит Ему. Он всемогущий Царь и Бог,
И только в нем жизнь вечная. Царствует он во вселенной. Он царствует. Он везде царь царей, Бог богов. И вся власть у него. Аллилуйя. И в нем вечная жизнь. Хвала тебе, Господь. Хвала Господу Иисусу. Хвала Господу Иисусу. Хвала тебе. Хвала Господу Иисусу. Хвала Господу Иисусу. Хвала в наших устах. Хвала в наших устах. Хвала в наших сердцах. Хвала Господь тебе на небе и на земле. Хвала в наших устах. Хвала в наших сердцах. Хвала Господь тебе на небе и на земле. Хвала в наших устах. Хвала в наших сердцах. Хвала Господь тебе на небе. Хвала Господу Иисусу. Хвала Господу Иисусу. Хвала Господу Иисусу. Хвала, хвала, хвала. Аллилуйя. Аллилуйя Иисусу. Хвала Господу Иисусу. Хвала в наших устах. Хвала в наших устах. Хвала в наших сердцах. Хвала Господь тебе на небе и на земле. Хвала в наших сердцах. Хвала Господь тебе на небе и на земле. Хвала Господу Иисусу. Хвала. Аллилуйя. Господу Иисусу. Слава, слава, слава тебе, Господь. Хвала Господу Иисусу. Хвала Господу Иисусу. Хвала Господу Иисусу. Вся слава тебе, Иисус. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, народ Божий, воздай хвалу, Он достоин. Аллилуйя, Он царь царей. Он Господь господствующий. О, благословен Господь, который по милости своей нас спас. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим за то, что у Тебя для нас есть воля благоугодная и совершенная. О, Господь, мы доверяем Тебе этот день. Мы доверяем Тебе наши сердца, наши жизни, наши голоса не прославляют Тебя. Доверяем Тебе. Аллилуйя! Господь, кровь Твоя святая намывает нас, она очищает. Аллилуйя, мы прославляем Тебя, Господь. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь для нас. Аллилуйя. Жертва Иисуса Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я омыт от греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Жертва Иисуса Христа я спасен от огня. Дана жизнь вечная, благослови душа моя, Господа, Господа, за внутренность моя, святое имя Его. О-о-о-о. Благослови душа моя, Господа, Господа.
Бога и не забывай всех благодеяний Его. Жертва Иисуса Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я омыт от греха. Жертва смерть Иисуса Христа мне дана, жизнь вечная. Благослови душа моя Господа, Господа, вся мудренность моя, святое имя Его. Аллилуйя! Благослови душа моя Господа, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Благослови душа моя, благослови душа моя. Аллилуйя! Я верю в Голгофскую жертву, Пресвятую Твою, жизнь вечную, что имя мое записано на небеса. Я верю, верю, Иисус, я верю в Голгофскую жертву, Пресвятую Твою, жизнь вечную, что имя мое записано на небеса. Аллилуйя! Ты можешь поднять на твои высоты. Только ты можешь показать путь, которым нам идти. Только ты можешь открыть то, что ты для нас приготовил. Спасибо тебе, Господь. Ты каждый день открываешь что-то новое. Ты каждый день укрепляешь нас. О, Господь, хотим ходить пред тобою в чистоте и святости. Ты дал нам эту праведность. Ты омыл, очистил нас, Господь. И я благодарю тебя. Я благодарю тебя за то, что ты укрепляешь нас в этом труде. Ты укрепляешь нас в этих трудностях. Я за все тебя благодарю. За то, что ты нас проводишь через все. За то, что иногда мы не понимаем, но ты, Господь, нас укрепляешь. Ты даешь нам эту силу. Ты даешь нам этот мир. Ты дал нам духа, не боязни, но любви, силы и целомудрия. Ты даешь, Господь, нам новый ум. Ты обновляешь нас разум. И я благодарю тебя, Господь, за то, что иногда мы не видим, но ты даешь нам уже все. И ты дал нам эту победу. И мы доверяем тебе. Учимся, Господь, прощать, любить, как ты. Учимся, Господь, служить тебе и ближнему своему. Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе. Аллилуйя. Доверяю все мечты свои, я полагаю их у ног твоих. Если в жизни ошибаюсь я, твоя любовь не изменяется. Хотел сразиться я за жизнь мою, ослабли руки, устал я в бою. Ты сильный воин,
и царь всех побед. Я доверяю, когда я в тебе. И даже если горы не двигая стоят, и если воды моря не разделяются, и если на молитвы не вижу я ответ, доверять, доверять буду я тебе. Что завтра мне принесет опять, ты знаешь, все известно для тебя. Живи во мне, будь дыханием моим, да и каждый день ходить путем твоим. И даже если горы не двигая стоят, и если воды моря не разделяются, и если на молитвы не вижу я ответ, доверять, доверять буду я тебе. И даже если горы не двигая стоят, и если воды моря не разделяются, и если на молитвы не вижу я ответ, доверять, доверять буду я тебе. Опора ты моя, мое ты основание и крепкая скала. Твои пути прекрасны, они превыше всех. Ты держишь эту землю, и все в твоей руке. И даже если горы не двигаясь стояла, и если воды моря не разделяют, и если на молитвы не вижу я ответ, доверять, доверять буду я тебе. И даже если горы не двигая стоят, и если воды моря не разделяются, и если на молитвы не вижу я ответ, доверять, доверять буду я тебе. Доверять тебе. Доверять тебе. Доверять тебе. О, Господь, я буду доверять тебе. Буду воздавать тебе вечно славу, честь и хвалу. Аллилуйя! Аминь, аминь, только тебе. Тебе вся слава. Тебе наш Господь, Царь царей, Господь господствующих. Ты Иисус, ты один живой, ты один умер и воскрес. И нет другого такого, как ты. Аллилуйя, Господь! Пред именем Твоим преклонится всякое колено, мертвых, живых и преисподних. Мы Твои, Господь. Ты дал нам новое имя, Господь. То имя, которое было у нас до Тебя, оно сейчас не имеет никакого значения, потому что Ты нас омыл, очистил. Ты оправдал нас, Господи. Мы искуплены, мы святы в Тебе, Господь. Спасибо Тебе за те новые имена, которые Ты нам дал и которые Ты записал у себя в книге жизни. Славим Тебя, Господь. Thank you.
Иисус, ты ко мне пришел, Иисус, ты меня нашел, в мое сердце стучался ты, через стену мирской суеты, снова слышу я голос твой, мой Господь, я иду за тобой, пусть нелегок путь и тесны врата, но в твоей руке моя рука. Я славлю тебя, Иисус. Я люблю тебя, ты держи меня. Бог мой Иисус, я люблю тебя, ты жизнь моя. Я в молитве к тебе прихожу, твое слово я в сердце держу. Мой Господь, что мне делать теперь? Ты сказал мне, не бойся лишь верь. Я сейчас пред тобой стою, да, Иисус, я тебе говорю. Ты хранишь меня, ты со мной всегда, я с тобою иду в небеса. Аллилуйя, Господь! За крепкую твою руку в нашей жизни. За любовь твою, Господи, совершенно спасибо тебе, Отец. Аллилуйя, Господь Иисус! Аллилуйя! Бог мой Иисус, я люблю тебя, ты держи меня, Иисус! Бог мой Иисус, я люблю тебя, я люблю тебя, Бог мой Иисус. Я люблю тебя, и держи меня. Аллилуйя, Господь. Бог мой Иисус. Я люблю тебя. Господь, я люблю тебя. Ты путь, ты свет, ты истина, ты жизнь, Господи. Все в тебе, вся жизнь в тебе, все упование в тебе. Господи, помоги доверять тебе, помоги остаться достойными тебя, имени твоего святого, Господи. Никогда не отойти от истины твоей, никогда не устать молиться, никогда не устать взывать, Господи. Помоги быть верными тебе до конца, Отец. Поклониться тебе в духе и истине, быть поклонниками, которых ты ищешь, дорогой Господь. Аллилуйя, Отец. Аллилуйя, мы поклонники твои, Господи. Сотвори в нас чистые сердца, потому что чистые сердца Богом узрят. О, Господь, Отец. Thank you.
так желаю быть с тобой, я жажду слышать голос твой. Ты так нужен мне, тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми, Иисус. Поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Бог, ты так нужен мне. Поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. Иисус, Бог, ты так нужен мне. Ты путь, ты истина, ты жизнь, меня так дивно сотворил. Буду тебя хвалить, тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Спасибо тебе за все, Отец.
поклоняемся Тебе. Отец, Ты ищешь поклонников в духе и в истине. И мы поклоняемся Тебе, только Тебе. Господь, Ты приумножаешь нас, чтоб слава Твоя, она была видна в каждом доме, в каждой семье, по всей земле. Приумножай нас еще больше и больше, Господь, чтоб наши голоса, они были слышны везде. Во имя Иисуса Христа, во славу Тебе, потому что милости Твоей полна вся земля, и Божий народ прославляет Тебя. Ты прославишь прославляющих Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты спас нас, за то, что мы дети Твои, мы чада Твои. Любим Тебя. Аллилуйя. Спасибо Тебе за то, что Ты дал Духа Святого. Ты дал нам водительство. О, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас отличать голос врага от Твоего голоса. И мы прославляем Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Поднимай нас все выше и выше, чтобы никакая суета не затмила Твоего Божьего присутствия в нашей жизни. О, Господь, убери от нас все, что мешает нам увидеть, услышать Тебя. О, Господь, мы хотим прославлять Тебя во все дни жизни своей. Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя. Милость Свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и ввел в свой дом. Слава Тебе, Господь! Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя. Милость Свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и ввел свой дом. Слава Тебе, Господь! Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Аллилуйя! Ты спас меня и оправдал, освободил. Господь, кровь святая Твоя, она омывает, она очищает меня, она защищает меня от всех раскаленных стрел лукавого. О, Господь, Ты сказал, встаньте, припаяшьте чресла свои, чтобы угашать все эти раскаленные стрелы лукавого. О, Господь, благодарим Тебя за милость Твою. О, Господь, благодарим Тебя за святость Твою, за праведность Твою, за то, что, Господь, Ты нас уже защитил, Ты нас омыл, Ты нас очистил, Ты дал новые одежды, торжественные одежды нам. О, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты спас меня, Ты спас меня. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты спас меня, и я освободил от вины. Ты спас меня, Ты спас меня, и я
спасибо Тебе за это прекрасное провозглашение, Господь, что Ты спас нас, Господи, освободил каждого из нас от вины. Слава Тебе, драгоценный Бог! Церковь, давай вместе будем петь этот припев. Давайте, поднимите ваши руки. Освободил от вины. Ты спас меня и оправдал. Освободил от вины. Ты спас меня и оправдал. Освободил от вины. Отец, мы благословляем Тебе, драгоценный Бог, что Ты спас нас, Господи. Хвала Тебя, драгоценный Бог. Спасибо Тебе, Господь, что нет ныне никакого осуждения тех, которые живут по духу. Слава Тебе, драгоценный Бог. Да придет Твоя свобода на этом месте, на каждое, во имя Иисуса Христа. Да придет исцеление во имя Иисуса. Да придет освобождение на этом месте, во имя Иисуса Христа. Да уйдет всякий дух осуждения во имя Иисуса Христа. Да идет всякое строение дьявола во имя Иисуса Христа. Да придет Твое благословение, водительство на каждого во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа, Господь. Слава Тебе, драгоценный Бог. Мы благословляем Тебе, Господь. Мы прославляем имя Твое великое, Господи. Мы молимся за людей, Господь. За город Сочи, Господь, живущий в этом городе, Господь, за каждого мы молимся, Господь. И просим Тебя, Господь, милостью и любовью посети этих людей, Отец. Посети, Господь, стучи их сердце, Господь, во имя Иисуса мы молим и просим Тебя, Отец. Благослови и помилуй этот город, Господь. Даруй достоин плод покаяния каждого живущего в этом городе. Во имя Иисуса Христа, да придет спасение, да придет пробуждение, Господь, во имя Иисуса Христа. Как Слово Твое говорит, что последнее время изолю от Духа Моего на всякую плоть. Да будет этот печать, Господь, печать Твоих слов в этом городе, Отец, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, Господь, да каждый услышит Евангелие, Отец, во имя Иисуса. Мы молимся, Господь, в этом городе за церкви, Господь, за каждую церковь, которая истинно поклоняется перед Иисусом Христом, которые действительно поклоняются перед Тобою, Отец, в этом городе. Каждого нашего брата, Господь, церкви благослови, Отец. Да будут они благословены, Отец, во имя Иисуса Христа. Соедини, Господь, молитва святых, Отец, за пробуждение, Отец, во имя Иисуса Христа. Чтобы мы были одно тело, Господь, во Христе Иисусе. И благословили каждого человека в этом городе, неспасенную, Отче, во имя Иисуса. Мы все это отдаем в Твои руки, Господь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, в последнее время Бог побуждает молиться за пробуждение. Я верю, что это Бог дает. Я верю, что каждого из нас, который молится за пробуждение, за дождь, за последний дождь, это пока мы никто из нас не видели, но будем видеть. Аминь. Слава Богу. Я хочу спрашивать, есть здесь человек, который первый раз на таком богослужении? Давайте их приветствуем, если есть.
И я прошу, чтобы мы молились за тех людей, которые первый раз, потому что, знаете, постоянно идет борьба. Несколько дней назад мне рассказывали, это очень интересно для меня было. Человек, который сейчас во Христе Иисусе рассказывает, говорит, знаешь, когда я первый раз пришла в церковь, неважно какую церковь, я слышала слово о покаянии, что ты будешь разбогатеть, все будет у тебя хорошо, если ты отдашь сердце Иисусу Христу, все проблемы будет сразу решено, и, в общем, будешь богатым. И она говорит, спустя 2 месяца, я еще раз слышала, я пошла домой, говорит, первый раз, когда я слышала слово о покаянии. Пошла домой, на дороге, по-моему, с мужем, когда я разговаривала, я говорю, я покаялась, сердце отдала Богу, и достала сразу сигарет и начала курить. Это человек, который мне рассказывал, да. Рассказывала. И говорит, спустя 2 месяца я опять слышала слово о покаянии. Что проповедник сказал, твои грехи будет простить только Иисус Христос. Ты грешник. Тебе нужно сердце открывать и сказать Богу, я грешник, прости меня. Говорит, вот это покаяние дал мне рождение свыше. Второй раз. Человек знает, здесь я не обманываю. Второй раз я покаялась, говорит. И второй раз было совершенно другое. Почему? Почему мы должны правильно проповедовать Евангелие? Никогда не говори никому, что ты придешь Богу, и Бог даст тебе великое богатство. Или скажи «да», Бог даст тебе богатство, это Иисус Христос, который превыше, чем всякое богатство. Знаете, мы не можем льстить людей. Человек не получит рождение свыше, а Бог не может работать с теми людьми, которые не имеют рождения свыше. Он говорит, кто во Христе Иисусе, только этот человек новое творение. Древнее уже прошло, теперь все делаю новое. Как он делает новое? С новыми людьми делает новое. Амен. Поэтому я прошу вас, церковь, когда вы говорите, пожалуйста, пусть ваша проповедь евангельская, пусть будет истина, пусть будет евангельская, пусть будет уста Иисуса Христа это, пусть будет слова Библии, что нет, в первую очередь, я грешник. Если Бог не простит мои грехи, я не могу иметь никакой контакт с Богом, потому что это стена между человеком и Богом. Грех – это стена. И не дает, что человек приближалась к Богу. Но когда человек соглашается с Богом, когда первые шаги делает, когда говорит, я грешник, прости меня, Господи, прости все мои грехи. Не надо ничего гладить, не надо ничего покрасить, не надо ничего. Понимаете, надо сказать истинно, потому что за истиной стоит только Бог, чтобы исполнить. А когда нету истины, там и нету Бога. Там есть пустые слова, которые в воздухе ничего не действуют. Амин. Я хочу читать. Я хочу говорить себе покаянием. Это от Луки, самая последняя глава, 46-47. И сказал им Иисус, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И 47-й, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов. Посмотрите, истина Евангелия. Покаяние сначала, потом и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Амен.
первоначальное приближение к Богу – это покаяние. Если ты открываешь сердце и говоришь: «Я каюсь, Господь, я грешник, прости все мои грехи», тогда первые шаги ты можешь сделать и приближаться к Богу. И Господь может уже работать с тобою и даст тебе прощение грехов. Аминь. Слава Богу. Знаете, Бог хочет, чтобы каждый человек это делал сознательно. Знаете, сознательно, когда человек делает сознательно, вот тогда начинает работать и действовать Божья рука. Понимаете, нельзя делать то, что ты не понимаешь, нельзя делать то, что ты внутри не соглашаешься. А когда внутри тебя приходит согласие принимать Иисуса Христа как Бога и Спасителя для тебя, для чего? Для прощения грехов. Знаете, прощение грехи – это Господь дает, чтобы простить тебя и очистить твою жизнь, чтобы человек мог жить безгрешной жизни во Христе Иисусе. Аминь. И Господь говорит, Его Слово говорит, потому что Он не пришел, чтобы судить человека. Он пришел, чтобы дать жизнь вечную и прощение грехов. Чтобы мы могли доверять, чтобы человек, который первый раз приходит к Богу, чтобы она знала, для чего я на этом месте, для чего мне нужно слышать Евангелие, вообще для чего Бог, что хочет от меня. Бог хочет смирения и согласия. Через это Господь даст тебе, во-первых, прощение, а во-второй, рождение свыше. Рождение свыше – это то, что Бог рождает тебе, рождает нового человека внутри тебя. Рождение свыше – это то, что твой дух рождается от слова, от покаяния, от прощения грехов. Каждый человек должен знать это, что на самом деле Бог есть любовь. Из-за своей великой любви Господь дает нам спасение, потому что никто из нас, Слово Божие говорит, не заслуживаем. Никто из нас, здесь сидящий, не заслуживает. Но Бог, который благословил тебя и любит тебя, дал для этого, отдал Сына Единородного, чтобы через жертву Иисуса Христа, то, что мы читали, чтобы третий день воскрес, умер за твои грехи и воскрес, чтобы тебе оправдать. Господь велик. Аминь. Я прошу тебя, что мы сейчас молились этой молитвой, вся церковь, говорили слух эти слова, потому что это именно те слова, то слова согласия, что мы говорим Богу. Аминь. Аллилуйя. Давайте будем молиться сейчас, открыть наше сердце перед Богом. Отец Небесный, я грешник, я прихожу к Тебе и прошу Тебя, прости все мои грехи во имя Иисуса Христа. Я смиряюсь перед Тобою, я поклоняюсь, я Иисусу говорю: да, Ты мой Бог, Ты мой Спаситель, благослови меня во имя Иисуса. Аминь. Знаете, не нужно долго, надо коротко, но ясно, но согласен. Я хочу спрашивать, есть человек, который сегодня первый раз молится такой молитвой? Подними твои руки, мы хотим просто приветствовать тебе. Аллилуйя. Слава Богу. А кто обновился в молитве покаяния, пожалуйста, приходите сюда, мы хотим молиться за вас. Молитва покаяния, то, что на самом деле ты видишь, что ты через эту молитву Господь обновил тебя, обновил дух твой. Аллилуйя, Иисус. Прострите ваши руки, пожалуйста. Это очень важно. Отец Небесный, мы благословляем
наших сестер во имя Иисуса Христа. И просим Тебя, Господь, что Ты их благословил, обновил их жизнь во имя Иисуса Христа. Мы их благословляем. И то твердыня, которая есть в их мыслях, в их разуме, от дьявола во имя Иисуса, мы как власть, имеющаяся от Тебя, разрушаем во имя Иисуса Христа. Призываем кровь Иисуса Христа во имя Иисуса Христа. Аминь. В тот раз брат Петр сказал очень многое о приношении, о десятине. Мне очень сильно прикоснулся, честно сказать. Очень многое он сказал, что я не знала искренне. Слава Богу, я хочу говорить о приношении, о десятине. Мы знаем, что и десятина, и приношение принадлежит нашему Господу Иисусу Христу. Знаете, я хочу читать Бытие, одно хорошее место. Это жизнь Ноя. Это 8 глава, 18 стиха. «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним». То есть с ковчега они уже вышли. И смотрите, что говорит 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, чистых, слышите, что говорит? Чистого, чистых. Здесь нету, что Ной что хотел, принес Богу. Он говорит, чистого, чистых, аллилуйя. Из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники. И, слушайте внимательно, и обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человека, человеческого, зло от юности его. Посмотрите, так интересно, Ной принес чистая жертва, а это Богу было очень приятно. И для того, что он принес жертву, Бог сказал, все, я передумал, уже не буду проклинать человека на земле. Почему? Он принял это жертва. Его было благоухание. Его было приятно это. Понимаете, каждый раз, когда мы это делаем, мы делаем Богу приятное. Слава Богу! Хочу от Нового Завета читать один хорошее место. Это, говорим, да, очень часто Ветхий Завет, но правильно говорил брат Петр, это до закона. Кто научил Ною? Он сердцем знал, что на самом деле надо принести чистая жертва перед Богом. И посмотрите, есть очень хорошее место от Луки. После сего, это 8 глава, после сего он проходил по городам и селениям, проповедуя, благовествуя Царство Божие. С ним 12 и некоторые женщины, которых он исцелял от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдаленою, из которого вышли 7 бесов. И 3 стих. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. И Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Новый Завет. А что, Бог не мог благословить Иисуса, и чтобы он ничего не нуждался? Посмотрите, они служили. И знаете, кто служил, я скажу тебе. Женщина, жена, Хузы, это, знаете, какой круг? Это правительский круг. Это, как говорят, царский круг. От этого круга женщина служил имением. Давайте скажем, как он служил. Он служил уже не так, как сейчас, наверное, мы служим. У него было очень многое, очень хорошее. Она сама, видите, ладно, я понимаю, Мария, Сусанна и так далее. Но она была от, знаете, от такого круга. И она служила со всеми этими сестрами Иисусу Христу сей имением. Вот сейчас вы посмотрите, как она бы служила. Не служила, наверное, как я, честно сказать. Она служила по-другому. Потому что она была в этом
кругу. Аминь. Аллилуйя. И еще часто говорим, а где говорит в Новом Завете о десятине? Слава Богу, что это везде есть. А вы посмотрите, Иуда имел ящик. А еврейский народ знали, что такое десятина и что такое приношение. А какой ящик имел Иуда, который ходил с 12 апостолов, помните, с Иисусом? Он имел этот ящик. Просто вчера Господь прикоснулся, я говорю, да, Господь, а что было в этом ящике? Десятина и приношение. Давайте вот не будем никогда искушать нашего Господа Иисуса Христа, что говори, открой, Господь. Вот апостол имел этот ящик. Слава Богу, что на самом деле Бог везде касается. Это мне лично интересно было. Я говорю, Господь, да, я хочу, что ты в Новом Завете. Давай, я хочу, еще раз хочу. Хотя уже 24 года, я говорю, я хочу, что ты открыл. Открывает Господь. В следующий раз совершенно другое будет открывать. Богу не трудно. Просто чтобы мы не искушали нашего Бога. Что на самом деле Иисус ходил и то же самое сделали на этом земле. Он был, он Бог, Сын Божий. Он мог сказать, это мне не нужно. Но для того, чтобы ты и я утвердились в этом, это он делал, это он допустил в жизни апостолов. Глаза. Я поднимаю в небеса, ищу я твоего лица, ведь ты так дорог для меня. На встречу я к тебе бегу, я встретиться с тобой хочу, чтобы увидеть мне тебя и сказать о том, что я обожаю. Все мысли только о тебе, твоя любовь живет во мне, пылает сердце, как в огне, чтобы сказать тебе аллилуйя. Иисус, люблю тебя, люблю тебя, Иисус. Иисус, люблю тебя, люблю тебя, Иисус. Иисус, люблю тебя, люблю тебя, Иисус. Люблю тебя, Иисус. Иисус, люблю тебя. Иисус, люблю тебя. Иисус, люблю тебя. Мне нет жизни без тебя. Иисус, Иисус, люблю тебя. Иисус, люблю тебя. Иисус, люблю тебя. Мне нет жизни без тебя. Аллилуйя! Аминь! Слава Богу, братья и сестры, благословите друг друга!